Учиться или жениться? Легко ли совмещать личную жизнь и учебу в высшем учебном заведении? А может быть, любовь только помогает в учении? И что делать, когда накануне сессии чувство переполняет и сердце просто рвется на части? В эфире программа «Твердый знак» и мы ее ведущие Роман Полинсков и я, Марина Хакимова. Добрый день, мы начинаем. Я хочу сразу же обратиться к нашему главному герою. Это Артур Кашимов. Скажите, пожалуйста, вам любовь мешает в учебе, в достижении каких-то целей или помогает? Я считаю, что мешает, но, конечно же, мне пришлось пройти через некоторый горький опыт, чтобы это понять. Это не сразу понимаешь. Но, в конце концов, начинаешь замечать вещи, которые все-таки мешают. Это мы люди эмоциональные существа, а любовь — это, в конце концов, эмоции. А эмоции очень сильно отвлекают логику. Вот расскажите о своем. Вы сказали, на личном опыте, да, на собственной шкуре вы познали все тяготы любви. Расскажите, что у вас был за опыт? Ну, мне было 18 лет. Я был влюблен в одну девушку. Мы с этой девушкой встречались. И я в то время учился в Испании. За счет того, что я так сильно ее любил, я во многом отворачивался в вопросах учебы. И у меня были некоторые затруднения. Я тогда этого не понимал, потому что считал, что любовь — это главное. Но опыт показал, что важнее всего сначала построить себя как личность, а дальше уже строить личную жизнь. А что с этой девушкой? Она вас любила тоже? Ну, я считаю, что да. Считал, что да. Но думаю, что нет, потому что она была очень эгоистичной и требовала больше, чем предлагала, чем давала сама. И в определенные моменты, когда можно было поступить иначе, пойти как-то навстречу и понять ситуацию, понять по-человечески, она этого не делала. И сейчас, вот сейчас у вас есть какие-то отношения? Сейчас нет, я не в отношениях. Потому что сейчас я занимаюсь больше собой, саморазвитием. Ну вот с той девушкой, то есть там не получалось, там она не могла вот... Вот у меня друг есть, он... когда учится, то есть он мне сказал то, что меня любовь, наоборот, подстегивает на то, что я хочу вот для нее там вот это все, чтобы я нормально учился в таком духе. У тебя такого вообще не было, то есть она не понимала вот этого вот. Она этого совершенно не понимала и требовала внимания только для нее и только для того, чтобы проводить хорошо время. А какого внимания? То есть пойди купи мне что-нибудь или давай проведем время вместе там... В таком духе. Пойди купи мне что-нибудь, поехали туда-то, я хочу сделать это, я хочу побывать там. Так, таком... проблема получается не в любви, а именно в девушке, то, что она эгоистка была. Все же девушки эгоисты, неправильно. Возможно, частично это так. То есть ей хватало времени для того, чтобы так весело проводить время, еще и учиться, ну, а вам нет. Это можно понять так, то, что ее образование было гораздо проще, чем то, которым занимался я. Какое? Мое... У меня было технологическое, а у нее гуманитарное. Соответственно, мне кажется, гораздо проще. А ты не пытался объяснить ей? Конечно же, пытался. Конечно же, пытался, но мне кажется, это было бесполезно. Потому что человек вроде как понимал, но потом делал все равно по-своему. Как будто в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Тут проблема не в девушке, на самом деле. У меня идентичная ситуация была. Правда, это была не Испания, а Москва. И девушка была не эгоистичной, вполне адекватная, ну, с точки зрения парня, девушка. А, случилось так, что мы с ней провстречались около года, но ей пришлось по учебе переехать в Москву. Это все пришлось на мою сессию зимнюю, и чтобы я, ну, вот, поступил тоже, как говорится, не по уму, а по сердцу, я поехал в Москву спасать отношения, которые уже заочно были, ну, как мы понимаем, отношения на расстоянии очень сложно поддерживать. А тогда я не понимал, что, ну, мне уже, к сожалению, ничего не удастся спасти, но я все равно поехал во время сессии, соответственно, завалил сессию, и, соответственно, меня даже отчислили в этот год. И в итоге и ни девушки, ни образования, я, к счастью, потом восстановился, но год я потерял из-за вот этого опрометчивого поступка. Тогда мной двигали именно эмоции, а не ясный ум. И сейчас также я развиваюсь больше сам, ну, то есть пытаюсь стать
личностью, во-первых, для того, чтобы моей девушке, ну, было как минимум комфортно со мной в любой ситуации. Для этого сначала надо... Сейчас есть, но она тоже уехала в Испанию. Нет, но она... Как раз недалеко уже зимняя сессия. Опять уехала. Нет, в Испанию я уже не поеду за ней. Но она только учится на полгода. Я за тебя сгоняю. Но она на полгода уехала, а первая девушка, она совсем. То есть там это тоже надо понимать. Полгода можно потерпеть. Сейчас отношения на расстоянии, как они развиваются? Скайп, то есть 21 век. Общение идет полным ходом ежедневно. И вроде как поддерживаются. Ну, жалеете о том, что произошло тогда с этой девушкой, которая уехала в Москву? Нет, это опыт, ну, который мне что-то как-то я переосмыслил, что ли, в своей голове после этого. Если бы его не было, я бы где-нибудь рано или поздно также уже наткнулся. А вот сейчас уже по-другому восприятие у меня идет этот вопрос. Вот у меня есть очень интересная история. Я услышал, что они общаются, молодые люди, по скайпу. После того, как я закончил с отношениями, про которые я рассказывал, я познакомился с девушкой по интернету. Я тогда жил в Испании, а она из России, из Казани. И мы полгода общались по интернету, тоже по скайпу, видео, чат. Все это длилось полгода. Даже не представляю, как мы столько продержались на таком уровне общения. Каждый день, да? Практически каждый день, да. То есть это потом... ведь тоже занимает много времени. Ну да, это уделяло достаточно много времени. Ну, тогда тоже у меня были сильные чувства, несмотря на то, что я даже этого человека никогда не видел вживую. А вот как вот у тебя проявились такие чувства? То, что вроде картинка в интернете, прям в реале ты ее не видел, но чувства у тебя появились. Я думаю, что просто я пытался заполнить пустоту, которую оставили предыдущие отношения. Угу. И что в итоге с этой девушкой, которая по скайпу? И в итоге за месяц до моего приезда, ага, уже все, мы подготовились, как начали строить какие-то планы, когда я приеду, я узнаю через посторонних людей, что она с кем-то параллельно уже здесь общается. То есть у нее уже как бы есть парень. Что-то тебе не фартит как что-то, да. Мы не слышали сейчас такое количество, вот мне две мужские истории, да, и девушки в этих историях не лучшим образом себя проявили. Но это надо менять. У меня все в порядке с девушкой было. То есть, первое, она просто вот именно расстояние мы не смогли поддерживать. Ну и там был очень огромный период времени, который нужно было переждать. Это не 6 месяцев, там несколько лет, 4 года, но это невозможно априори. Поэтому с девушкой у меня все в порядке было, она была нормальной. Ну, ситуация не из идеальных, а вот сейчас, скорее всего, будет... Идеальная, да, ситуация. Наша следующая героиня Мария Андреева. Я знаю, что вы уже много лет по нынешним меркам, да, некоторые в браке столько не живут, в 4-й год, со своим молодым человеком вместе живете и чрезвычайно счастливы. Это правда? Да, не хочу сглазить, если честно. Стучите по дереву. Нет, дерева нет. Плюйте. Да, я со своим молодым человеком уже 4-й год в отношениях. Мои отношения начались на первом курсе. Когда я поступала в университет, я дала себе строгое наказание, что ни за что на свете я не буду встречаться с одногруппником. То есть я хотела учиться там, общаться, но ни в коем случае не встречаться. И вот как-то так, я не знаю как, закрутила, завертелась, и я начала встречаться с одногруппником. Ну, это произошло, к счастью, под конец первого курса. Я как бы успела в меру и повеселиться, и поучиться. Вот. А уже где-то, наверное, в апреле, в конце первого курса, мы начали строить отношения. Кроме того, когда мы начали строить отношения, я уехала на 3 месяца работать. Я уехала в навигацию работать на теплоходе. Вот, то есть мы начали свои строить отношения, и мой молодой человек, я просто даже не догадывалась, что мы начали встречаться буквально месяц, пару месяцев, и он мне дождется с навигации, которая длится 3-4 месяца. Мы какое-то время даже были в ссоре, но вот когда я вернулась, мы снова восстановили свои отношения, остались вместе, и вот с тех пор они длятся, я очень счастлива. И я очень счастлива, что мой одногруппник, потому что в какой-то мере я помогаю ему учиться, помогала учиться. А он, в свою очередь, я не знаю, это просто какой-то уникальный человек. Он помог мне в каких-то других сферах. Это человек, который научил меня, не знаю, знакомиться со всем, интересоваться всем, заходить на разные сайты, читать разные книги. То есть благодаря ему, наверное, вот к концу 4-го курса я настолько расширила свой кругозор, что... Я просто
бесконечно благодарна ему. Как зовут его? Его зовут Ильдар. Ильдар, хочется передать привет. Ильдар. Привет, Ильдар. И чувствуете, да? Вот Мария говорит то, что она уехала на работу в навигацию, да? Да. Вот обращусь к тебе, может, тоже надо было? Вот Мария надеялась то, что она, ну, парень ее дождется, хоть это, конечно, что-то как не то. Обычно девушки ждут парней. Но, может быть, все-таки стоило дождаться, если ты говоришь, что она у тебя была нормальная. Пока она отучится в Москве, 4 года, по-моему, ждать, ну, это слишком большой период. А мысли о переводе туда тебя не посещали? Нет. Что же так? Ну, я же говорю, мною тогда двигали мысли, точнее, эмоции, а не мысли. Я даже вообще образование у меня ушло на второй план. У меня приоритеты поменялись в корень. Mm-hmm. У меня на первом плане была любовь. А тогда даже не было вопроса о переводе в Москву, ну, как и финансовый, как-то и... Ну, в общем, не было. То есть об этом ты не задумывался? Нет, не задумывался. Говорят, что любовь движет горы, и можно было просто вот снести этой любовью все преграды и рвануть в Москву. Ни деньги, ни... Так я рванул на 2 недели, потом деньги кончились. На 2 недели, а перевестись, чтобы там быть рядом. Это пишут поэты, а поэты – фантазеры. Не все. Не все? Все-таки они пишут тоже с личного опыта, поэты, они прожили тоже какую-то жизнь для того, чтобы написать это. Но потом надо же стремиться все равно к хорошему, правильно? Ну, к хорошему определенно надо стремиться, но хорошее не всегда значит, что надо бежать, сломя голову за любовью. У меня, знаете, есть вопрос. В чем секрет успеха вот в ваших долгих отношениях? Лично у меня никогда не получалось, ну, прям долго-долго. Ну, я не знаю, вот честно. Просто мой молодой человек, он... такой не слишком, не то что эмоциональный, он спокойный, то есть во время ссор он не будет очень громко повышать голос, он ни за что не поднимет руку. Ну, то есть руку. Ты считаешь, что вы идеально подходите, да, друг к другу? Я думаю, да. Я до того, как встретилась с ним, была, наверное, чересчур эмоциональная, а когда встретила его, мы как-то слились и стали плыть просто в одном направлении, в одном течении, то есть как-то друг друга дополняя эмоциями. Поэтому... А вот чересчур эмоционально в его адрес это как? Ну, он то такой человек... В плане агрессии или в плане там... Нет, эмоции, этот... всяких мероприятий, не знаю, там... То есть он против всяких там веселых мероприятий, конкурсов. Он такой, не такой активист. Uh-huh. А я, когда поступала на первый курс, как раз-таки горела желанием пойти в один кружок, в другой кружок, в третий кружок. Вот, а ему это как-то, ну, не сидит по душе. Я не знаю, как-то сроднились, но в то же время я не прекращала, ну, дарить свои эмоции в какие-то другие русла. Ну, я продолжала также вести свой активный образ жизни, но как-то немножко по-другому. Тоже хотела сказать, что вот у меня такая же ситуация. Я с молодым человеком встречаюсь уже больше 3 лет, сейчас 3 года 4 месяца получается. Начали встречаться с ним вот после окончания школы, мы одноклассники. Но несмотря на то, что мы так долго встречаемся, я считаю, что любовь в каком-то плане мешает учебе. Потому что, ну, до того, как у меня были отношения, я занималась, ну, я, можно сказать, я была одна, жила одна, посвящала время себе и тратила его много на саморазвитие. Сейчас же свободное время свое мы тратим на то, чтобы побыть с любимым человеком, посмотреть сериал, погулять, сходить в кино, может быть, еще что-то поделать по дому. И вот действительно время, может, даже не на учебу, на учебу что задано, я делаю, конечно. Но вот именно то, что сверх учебы, саморазвитие, вот это уходит время. И, к сожалению, оно теряется, несмотря на то, что мы так долго вместе, да, любим друг друга, но есть и минус. Есть минусы, но, тем не менее, вы не ставите перед собой выбор, он или учеба. Нет, конечно, главное, мне кажется, ну, найти компромисс и стараться. Я вот сейчас это хочу побороть в себе. Все-таки вместе какой-то там вот... первых лет вот такой пыл угас, в принципе, все спокойно, все хорошо, и перебороть себя, перебороть вот это желание проводить очень много времени вместе. Мы живем вместе, да, и все равно хочется проводить время вместе, вместе смотреть сериал. Хочется побороть сейчас это и уделять себе гораздо больше времени, учить языки отдельно, вот, и заниматься собой. А если вместе заниматься собой? Мы пробовали, на самом деле, но это как раз-таки выливается в ссору, потому что эмоционально у нас, во-первых, очень разные сферы. Техническая специальность у меня гуманитарная, я тоже учусь журналистике. И вот мы пробовали, и, к сожалению, нет, я плохой, наверное, учитель, мы пробовали заниматься языками,
Нет, лучше отдельно. Нет, не учить друг друга, а просто заниматься развитием, заниматься своим, каждый своим, потому, то, что ему сейчас нужно. На самом деле, мне кажется, мы просто слишком разные, и не совсем это получается. Разные интересы. Я хотела бы вас представить, наконец, Юлия Борисовна Панфилова, актриса, певица, артистка оперного театра у нас в гостях. И хотелось бы, вот исходя из того, что вы как бы чувствуете эти истории, да, которые нам молодые люди рассказывают, у вас какой опыт? Ну, конечно, мне все это тоже очень близко. Я тоже все переживала. Мы не рождаемся такими взрослыми, да, мы тоже были молодые. Я вышла замуж на третьем курсе. На четвертом курсе я родила сына благополучно. Сдавала экзамены, я госэкзамены вместе с трехмесячным сыном. На некоторые приходили, девочки его передавали, пока я заходила в класс. Девочки его из рук в руки передавали. Мне очень помогали все родные, близкие. И я вот могу сказать по себе, что было тяжело. Да, любовь, она, это новое обязательство, это новая работа душевная, да, над собой. Это же не просто так вот с неба все падает. Но она же и силы все равно дает. Если мы сами только хотим, если мы друг другу помогаем, если мы друг друга слышим, тогда это будет все в плюс. Если каждый не будет тянуть на себя одеяло, что я вот это сделаю, ну, за счет другого что-то получать, правильно? Ну. Поэтому я вот целиком и полностью за то, что любовь, она сколько отдает, столько же она и, сколько же и принимает. То есть все очень взаимообразно. К тому очень сильно мешает любовь чему-то. Вот я так думаю, что это еще и лень очень сильно многим мешает. Потому что отношения отношениями, а найти время на саморазвитие, на поучиться, да, немножко больше надо времени. Да, может быть, надо ночь не поспать, а не может не одну ночь. Но время найти всегда можно. Если вам дороги отношения с этим человеком. Я соглашусь с мнением. То есть мы живем вместе, и мы вместе чему-то учимся, и время хватает и на отношения, и на самообразование, и вообще я просто не нуждаюсь как бы в дополнительное время, чтобы как-то лишний раз почитать книгу, зайти на какой-то сайт. Мне вполне всего достаточно, и мне вполне хватает времени. Я вот ни в чем не нуждаюсь. Нужно про сайты. Сколько времени каждый из вас сидит на каком-нибудь социальном сайте? Конечно же. И переписывается с виртуальными друзьями, которых многих он вообще не знает. Не только что в лицо, он просто не знаком, это какие-то френды откуда-то. А сколько вы времени на это тратите? Ну, я же говорю, сейчас такой мир, информационный мир 21 века. Какой такой мир? Это ваш выбор. Вы можете это не тратить это время, а можете потратить на реальное общение с близким человеком, дорогим. Может быть, действительно, у нас слишком много виртуального всего. И у нашего тоже поколения мы сейчас точно так же, наверное, как и молодежь. Я сижу в интернете. У меня тоже есть сайт. Но я там сижу, когда у меня есть на это время, когда я все уже сделала, то, что мне необходимо. Я могу раз в неделю зайти, раз в две недели, может быть, каждый день. Но это, ну, не знаю, 15-е вообще в моей жизни. Вот мне интересно, буквально, чтобы каждый по два слова, по два-три слова сказал, что такое любовь. Вот начнем, наверное, у кого микрофон? Для меня любовь — это эмоции, химия, которую сложно контролировать на самом деле, но можно. Если у тебя достаточно сил, ты можешь себе позволить и обучение, чтобы это было не в минус. И с девушкой встречаться – молодец. А если не можешь, лучше не браться, а то ты получишь тот самый печальный опыт. Для меня любовь – это, как мне кажется, тихая гавань. Но вот в моем понимании любовь – это именно то, что должно помогать человеку жить, помогать развиваться. И мы живем сейчас в довольно-таки странном мире, который полон очень многих вещей, которые и так могут как-то мешать жить, усложнять нам жизнь. И любовь — это то, что может как раз-таки упрощать жизнь. Человек рядом сидит, да. Я так понимаю. У меня как бы две точки зрения, можно сказать. Но в силу своего образования я биофак закончил, поэтому как бы человек — существо биосоциальное. И тут можно смотреть с двух сторон. В принципе, любовь — это биохимический процесс, который происходит в голове, там всякие гормоны и все такое. А если смотреть с социальной точки зрения, то это скорее некий долг, ответственность за человека, с которым ты находишься, которого ты любишь, или там какие-то
как на первых месяцах бывают там бабочки в животе всякие, все такое, это более серьезная вещь. Не конфетно-букетный период вечный. Для меня это когда другой человек может чувствовать себя прям на расстоянии, когда он может идти на уступки, то есть не вступать в какие-то конфликты с тобой. Я, к сожалению, еще не испытывала этих чувств. Но, не знаю, мне кажется, любовь — это самое высокое чувство, которое может испытать человек. И на самом деле я соглашусь, что любовь, она помогает жить, и без него, без этого чувства, в принципе, как бы невозможно быть счастливым. Вот любовь и влюбленность. Вот бабочки в животе — это влюбленность. Это первый момент. А вот любовь, потом уже. Это, во-первых, ну вот, как я уже сказала, это работа над отношениями. И любовь в двух словах для меня — это когда вместе лучше, чем одному. Для меня любовь — это такое чувство, когда ты готов ради любимого человека сделать все, чтобы он с тобой был в каком-то комфорте, чтобы он был счастлив рядом с тобой. Ну, вот это вот для меня все. Ну, для меня любовь — это, наверное, полное взаимопонимание, это доверие. Это то, когда ты приходишь домой, и тебя ждет человек, которому ты можешь сказать все и доверить все. Вот это, наверное. Да, тот человек, это любовь, это человек, наверное, да, который ты любишь, и, может, даже люди, ну, если любовь семейная, но тот человек, с которым тебе комфортно. Здравствуйте. Как психолог Гильфия Гадильевна Валиулина, расскажите, вот что... И для вас, как для человека, это как психолог. Ну, важно различать любовь-чувство и любовь-переживание. Вот если любовь-чувство, то это экспансия. То есть когда ты требуешь, когда ты утопаешь, и можно много синонимов привести, но тебя в этот момент нет. Тогда ты теряешь почву, ты едешь куда-то, зачем-то, тебя нет. Но есть любовь-переживание. И тогда вот я с героиней ее слушала, думаю, вот это, наверное, на это и есть любовь, когда у нее есть время на все. То есть душа, она не имеет границ. Неважно, где, в Испании, в Германии. Ты всегда рядом. Любимая — это рядом со мной, и это единое целое. Но! Единое целое, но я остаюсь самоценным. Я люблю себя в первую очередь. То есть нет слияния, нет убегания в, нет выпадания в. Куда-то, а меня нет. Вот это очень важно. Вот если человек это понимает, тогда он будет различать, люблю ли я или я влюблен. Если я влюблен, то я не люблю себя, и меня нет. Тогда проблема — меня не любили. И тогда, ребята, надо заниматься собой. Собой и только собой. На тренинги, книги. Потому что тебя нет, и это страшно, время упускается, и может быть страшным концом. Но если есть любовь, тогда я есть другой, есть снятие дистанции, я остаюсь при этом самоценным, я люблю себя. И тогда есть что-то третье, как синергия, рождается что-то третье, а это особое. Вот это и есть любовь, я считаю. Мои комментарии после, что такое любовь, просто не имеет никакого смысла, я считаю. Ну скажи, что... Да, ну а какой это был комментарий? Шикарный. Мне кажется, это было логическое завершение того, что есть любовь. А мне все-таки интересно, как наши герои охарактеризуют любовь. Ну, для начала, сейчас я уже не верю в любовь. Я считаю, что любовь поначалу... Что мы видим? Мы видим внешность человека. Идет притяжение, страсть. Мы хотим быть человеком. Когда этот этап проходит, этап бабочек в животе, влюбленность, мы просто уже привыкли к человеку. И это как привычка. Если нам хорошо с человеком, комфортно, мы с ним остаемся. И просто привыкаем к нему, как к кому-то родному. А если нет, то, естественно, люди расстаются. Вот для меня что такое любовь. Ты понимаешь, Артур, что тебе вот после этих слов будет очень сложно вообще найти девушку, извини меня. Она будет жить с тобой всю жизнь и думает, так он меня не любил. Он просто привык ко мне. Он просто ко мне привык. Вот как ты после этого сейчас хочешь найти себе отношения? Я не сказал, что я не буду испытывать каких-то теплых чувств к человеку. Я говорю, что не верю в любовь в таком виде, в котором ее преподносят. Как что-то волшебное, как что-то необычное. Ты же сказал то, что ты любил. Может, я путал это чувство именно со страстью, с тем, что я писал. Может быть, я не любил.
Поэтому мальчик я не могу сейчас точно сказать. С ледышкой вместо сердца. Такой образ. Вот. Сейчас, после пройденного опыта, возможно, да, я чувствую, что я стал черствым в каких-то таких моментах. Можно, да, вот добавлю. У меня подобное мнение было после там одних отношений, но как бы когда я встретил нужного человека именно, то есть я понял, что я заблуждался, это момент периода, то есть это в человеке может заложиться, но то есть вот, ну, не получилось, наверное, это все бред какой-то. А в итоге, когда ты именно с тем человеком, который тебе предстоит жить, иметь семью, ты начинаешь понимать то, что не все, что говорят, бред. Вот как так. Угу. Ваша девушка хочет высказаться. Да, я тоже. Она сейчас скажет, у тебя кто-то был еще до меня. Нет, я. Как так можно вообще? Она знала об этом. Ну, да, мы знаем о прошлом друг друга, и о прошлых отношениях друг друга мы тоже знаем. Но я хотела сказать не об этом. Я хотела сказать, ну, во-первых, о том, что мне прям в одно время с тобой пришла эта мысль в голову. Вот, я тоже хотела сказать, что у меня, ну, тоже были отношения до того, как я встретила Ваню. И тоже был период, когда я думала то, что, ну, господи, ну неужели это все ерунда, то, что говорят? Неужели действительно не существует этой самой любви, и не каждому дано это испытать? И неужели я всю жизнь буду жить и думать о том, то, что, блин, а будет ли это у меня? А будет ли это со мной? Случится ли это со мной? Я боялась то, что я буду жить просто в ожидании. И в определенный момент я поняла, что нет, я не хочу жить в ожидании, будет, будет, все. Как бы, как буду жить, так и буду. И а вот как бы... в ожидании, то есть ты будешь просто сидеть смирно и ничего не делать? Ну нет уж, нет, конечно. Как бы, ну, безусловно, нужно саморазвиваться. Я как бы считаю, что человек, который стоит на месте, это, ну, не человек, это уже не личность. Я имею в виду сейчас не саморазвитие, а то, что вот у тебя первый опыт прошел, он неудачно, потом, да, ну... Черт с ним, больше не хочу, пускай если там нормальный найдется, то, слава богу, не найдется, фиг с ним, будем сидеть. Да нет, как-то никогда не было такого, то, что все, больше не буду ни с кем общаться, все, буду сидеть, ждать свою любовь. Я всегда была общительным человеком, всегда общалась с людьми, как бы, и, ну, никогда не консервировалась где-то там в квартире, сидя и думая о том, то, что буду ждать свою единственную любовь. Нет, я хотела сказать о том, то, что вот, ну, у меня были отношения, я общалась с разными людьми, и... только когда я встретила Ваню, вот только когда это случилось, только тогда я и поняла то, что вот оно, вот именно то, что, чего я ждала где-то там в глубине души, и то, что называется любовью. Потому что, ну, это невозможно, это просто вот взять и описать словами, когда человек настолько тебе подходит, он настолько... ну, тебе настолько комфортно с этим человеком, что ты просто, ну, иногда плакать от этого хочется. Вот мне кажется, вот это и есть настоящая теперь любовь. Теперь обнимитесь. Да, после этого гимна. А у меня вот вопрос к молодым людям. А вы вот сейчас уверены прям на 100%, что вы будете вместе до конца своих дней? Ну вот прям с... Абам. Никогда вы не расстанетесь. Во всяком засыпку. Случае, хотелось бы этого. Я не знаю, что будет дальше с нашей планетой через какое-то количество времени. Вдруг там снесет бурей, но... Ну да. А зачем им думать вообще о будущем, если им сейчас хорошо? Ну тогда это... Тогда любовь — это какое-то ложное понятие. Ты говоришь, что ты любишь человека... но не можешь ему пообещать, что мы, ну, никуда не денемся. Я так лично... А ну, это я никто вот просто... не может никогда обещать никому. А вы даже за себя не можете поручиться, что вы завтра будете делать, где вот вы именно, окажетесь. Вот именно. Как кто же вам обещать? Может дать гарантии? Кто вам сказал, что они вообще реальны в этом мире? Никто тогда... не даст гарантии никакой, ни вечной любви, ни вечной жизни. Молодые люди выглядят очень уверенно. Они любят друг друга, я это вижу. Просто, мне просто интересно. Вот. Они нет, не смогут ответить на этот вопрос. Понимаешь, никогда. Если начать задавать себе эти вопросы, ты подсознательно уже начинаешь думать о том, что, возможно, что-то тебя в этом человеке уже не устраивает. Скорее заочно. Всего, что-то вот, будет не устраивать потом. Как бы этот вопрос может возникнуть на первых этапах отношений, когда только знакомишься с человеком, то есть, а вдруг там вот он... ну, грубо говоря, чем делать такое, что меня прям бесит уже конкретно, я не смогу с ним быть. А когда уже человека знаешь, ну вот как по себе, например, я никак не сомневаюсь в том, что какая-то произойдет такая ситуация, что прервет эти отношения, и там мы разойдемся. То есть я сейчас полностью в этом уверен, и у меня даже мысли не возникает такой, то, что может быть иначе. Ну, а нет такого у тебя, то, что, допустим, ты сказал, вот я хочу, чтобы мы были с тобой вместе, потом что-то произошло,
и тебе вот прям вот стыдно за эти слова, то, что ты сказал, вот я оказался таким балаболом, там, я хотел вот так, а получилось все вот так. Вроде бы я виноват, но и она тоже виновата. У тебя такого не было? Нет. Ну и слава богу. Я очень хочу сказать, любовь не за что-то, не за чем-то, а вопреки всего. То есть важно быть в детстве в любви и самоценность чувствовать. И вот мудрость влюбленного человека, это и есть в том, не видеть недостатки и видеть достатки человека. А не у всех есть недостатки. И поэтому каждый человек должен находить те пространства, где его достатки будут просто даже переоценивать. Не говоря ценить, а переоценивать. И тогда недостатки, они все трансформируются, и куда-то все уйдут. По поводу недостатков, да, можно сказать, что любовь кончается, говорят народные мудрости, когда милые особенности становятся недостатками. Значит, любовь уже проходит. Особенности есть. У меня вот до отношений с Ксюшей такие серьезные были, я с девушкой 2,5 года встречался, и вот там была такая вот фишка, скажем так, то есть я занимаюсь музыкой, а девушка мне говорила то, что вот зачем ты этим занимаешься, всю жизнь собираешься там, грубо говоря, в переходах сидеть и все, там давай серьезными вещами займись. Деньги зарабатывай. Там иди в какой-нибудь офис работы и вот все такое, а в отношениях с Ксюшей уже, она мне больше помогает, вдохновляет вечно. Даже вот когда мне, например, неохота чем-нибудь вот этим уже заниматься, Ксюша говорит, нет, надо, ты должен там песню дописать там сегодня уже, чтобы записать ее уже на следующей неделе, чтобы она вышла. И вот... А бывшая не настраивала тебя, получается? Она, наоборот, в корне перерубала это. То есть она была против того, что я занимаюсь музыкой. Угу. То есть Ксюша для тебя еще такая муза, да, которая тебя окрыляет, да, дает тебе крылья, и твое будущее ты видишь более реалистично. Это очень здорово. Может быть, это как раз вот задача девушек и парней, они немножко разные в этом плане, да, мужчин и женщин. Вот как вы считаете роль женщины? Какая она должна быть для вас идеальной? Мне просто вот очень хочется лично даже вас немножечко, так как вы считаете, что любви не существует, вот как вы сказали, да, все это? Перелюбились в этом? Нет, ну, потому что мне кажется, что это такое переживание, которое такой жизненный опыт, который ставит человека, делает его ценнее гораздо. Он ставит его на какую-то более высокую планку. Человек, который способен любить, наверное, по-настоящему, он и для себя самого, и для... других становится как бы ценнее. Вот если... Мне кажется, что любовь, она раскрашивает мир, а у вас сейчас будет просто мир серым без любви. Не знаю, у меня он красочный, потому что я нахожу то, во что вкладывает свои силы, свой энтузиазм и свою энергию. Но одна из главных причин, почему я считаю, что не стоит очень серьезно вплывать в море любви в раннем возрасте, это потому, что мы еще молодые, а когда человек молодой, он еще мало что видел. А поскольку людям свойство любопытства, нам будет мало того, что мы имеем, и мы захотим пробовать что-то новое. И я это говорю не потому, что я взял это откуда-то, а потому что говорю от опыта своих родителей. Они очень рано начали жить вместе, рано поженились. И в итоге из-за того, что мой отец был очень молод, всего лишь 19 лет, и ничего не видел, он стал, ну, ходить, конечно же, налево. Ничего не видел или никого не видел? И ничего, и никого. Две большие разницы, потому что что-то можно посмотреть вместе, а вот никого не видел, это уже... Ну, мужчины вообще свойственно со времен, когда мы жили в пещерах, как можно больше расплодиться. И это, к сожалению, заложено очень глубоко еще у нас, да. И очень трудно, я считаю... большему проценту мужчин сохранить отношения с одной только девушкой. Смотри, вот по поводу этого мнения твоего, то, что мужчина к 30 годам, есть такое понятие, как кризис среднего возраста. Он появляется, в принципе, из-за того, то, что организм стареет, и к скорому времени уже ты перестанешь давать потомство, грубо говоря. Ну, не к скорому, вот... В 60 лет это происходит. Да, но щелкает именно вот в этом периоде. Ну, я точно не знаю, какой там возраст. То есть, когда уже взрослый мужчина это. И его подсознательно начинает тянуть, ну, почти на каждую женщину, которую он видит, которая проявляет к нему интерес. Рано.
30 что-то рано. Рано на бороду, да, говорят. 40 где-то средний. 50 еще может быть как-то. В силу просто моего возраста еще 30, это кажется так. Вот я только хотел сказать. Вам, наверное, кажется, что в 30 уже глубокие старики просто. Вот, поэтому я так сказал, я в цифры не особо силен запоминать, поэтому, ну, образно говоря, вот я к этому. Что вы хотите? То есть изменяет и ну, это 20 происходит лет, на самом деле позже. Крайне редко, потому что обычно к 50 годам у мужчин уже есть сыновья, жена. Ну, и к 30 ты можешь не остановить. И дети уже вырастают, да, уже да, взрослые. Это совсем все по-другому. Да. Это уже совсем очень тяжелый случай, когда в 50 лет нет женщины. Но я хотела сказать, что вот главный герой говорил, что если рано начать отношения, особенно молодому человеку, то они друг друга ничего не видели вокруг. Мне кажется, все-таки это возраст больше души какой-то, а не биологический возраст. Если, в принципе, ты осознаешь, что любишь человека, осознаешь, все понял, что видишь в сериалах, что как это действительно происходит. Но в сериалах, в фильмах, везде у нас такой опыт, у нас такой, это в интернете, где угодно. То, что ну, ты понимаешь, что да, есть возможность погулять, и сейчас ты это оцениваешь, но ты готов на отношения сейчас, в данный момент, то почему бы и нет, почему бы и рано не начинать отношения и строить их, такие отношения, которые ну, и в дальнейшем до конца жизни продлятся. Я так поняла вот из вашего, Артур, монолога, да, из того, что вы сказали, что мужчина должен как бы попробовать. Вот почему-то о женщине такая речь не идет. Мужчина должен как можно больше попробовать, да, как можно больше женщин, и в 19 лет связывать свою жизнь с женщиной, с которой ты умрешь потом где-нибудь в 90. То есть на такой большой срок как бы не думают, да. Ну вот да, но я сейчас предлагаю обратиться к нашему гостю. Это студент первого курса эстрадно-вокального отделения Казанского государственного института культуры Вячеславу Потапову. Привет тебе. Здравствуйте. А насколько я знаю, у тебя ранее были отношения, да? Да, были. Ты сейчас молодой, горячий, да? Вот это все? Ну да, в принципе. Мне 18 сейчас. Отношения уже были. Уже были. Отношения уже были. Расскажи, как и почему они закончились. Они закончились, потому что у нас, во-первых, мы жили в разных городах. То есть я поступил сюда, как бы, в Казань. Я живу так-то в Самаре, из другого города. И мы встречались довольно-таки где-то около полугода и расстались мы, вот, потому что, во-первых, это на расстоянии, то есть мне, считай, 4 года как минимум учиться здесь, и то есть как бы видеться раз в полгода, это как бы не совсем нормально. И то, что у нас случились разные интересы, и я понял, то, что это не мой человек абсолютно. Я вот так понимаю, ты творческий человек, да. И скажи, вот, ты считаешь, что творчество важнее любви, или они могут как-то сочетаться? Ну, что-то? Я еще не знаю пока, и вот лично я не встретил уже, естественно, того человека, с которым я могу это все совмещать, но пока такого... Но вот с души ты не пробовал? Нет. На самом деле я хочу сказать, что я вот как раз хотела именно попробовать много чего, и поэтому, наверное, наши отношения закончились. Молодой человек хотел какой-то стабильности, а я молодая, я хотела и туда, и туда, и сходить. Вот в этом я с тобой вообще полностью согласна, и считаю, что на самом деле как бы у нас такой возраст, 19 лет, нужно попробовать все. И уже потом... Попробуйте. Кто вам мешает, господа? Попробуйте. Все пробуйте. Вас же никто не держит. Не все хорошо это воспринимают. Ну ты не пробуй с теми, кто плохо воспринимает. Ты пробуй с теми, кто хорошо воспринимает. Вот этим я занимаюсь. Во-первых. Во-вторых, если вы... Давайте вспомним вообще, что такое творчество. Ну, любое творчество. Поэты, писатели, музыка, картины. Ну, любую абсолютно. Ну, ведь, по-моему, все там посвящено любимой. Все посвящено любви. Все опера любви. Стихи больше половины тоже о любви. Даже да? Ну, чуть-чуть природы. Математики посвящали да. своим любимым. Даже математики. Да, знаменитые. А сколько врачей стихи пишут и музыку пишут. И это все во имя любимых. Это все для того, чтобы показать, как я тебя люблю. Это не только не мешает, по-моему, если убрать любовь из творчества, это творчество не останется. Ну, может быть, и науки тоже не останется. И может, и науки не останется. Любовь. Вот мне хотелось бы под конец обратиться к Ильфее Гадильевне. Скажите, пожалуйста, вот то, что происходит с Артуром, его позиция, как вы, как психолог, могли бы объяснить, и позиция наших еще несколько вот молодых людей, которые все-таки считают, они так рационально подходят к своему эмоциональному миру. Вот, то есть они считают, что
первое, на первом месте учеба, а потом уже все. Невозможно любить кого-то, пока человек не знает себя. Любить себя — это познать себя. А для этого нужно время, это нужен определенный возраст, какие-то достижения, какие-то особые книги, какие-то тренинги. Нужно познать себя, чтобы не было дистанции по отношению к себе самому. И тогда человек может позволить любить другого, познать другого, любить другого. То есть мы можем другого. Сказать, что Артур, ты себя плохо еще себя знаешь? Себя еще не любишь. Да в этом возрасте, извините, кто знает в этом возрасте себя? Это возможно только после 30 лет. То есть только после 30 вообще-то истинно любовь возможна. Это первое. Второе. Нужно разделять разум, когда есть осознанность, понимание. Есть душа, я люблю, да, и могу любить многих, имею на это право. Но есть секс, это совсем другое, ребята. Это совсем другое. Так любите всех. И любовь была и будет, и это самое главное в жизни. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, подводя итоги сегодняшней программы, хотелось сказать, во-первых, огромное спасибо всем тем, кто к нам пришел, и то, что не опускайте руки, друзья. Если у вас первая любовь прошла как-то плачевно, неудачно, не стоит расстраиваться, впереди еще много нового, пробуйте. Кто мешает? Все в ваших руках, друзья. Так считает Роман. С вами были мы, Марина Хакимова и Роман Полесков. А завершить разговор, наш разговор о любви, об отношениях, мы решили на музыкальной, такой романтической ноте. Так поет Юлия Панфилова. День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный хмурый вечер мне так хочется любить. Любите и будьте счастливы. Thank you.